Этот год в Казахстане объявлен годом 30-летия независимости. 30 лет мира и процветания. За эти годы наша страна достигла неведомых высот и заняла твердую позицию на мировой арене. Телеканал ЕРТС продолжает рассказывать о ровесниках нашей Родины. О новом герое в сюжете Раисы Моргуновой. Айнур Нурдинбаева родилась и выросла в Семее. Девушка приехала в Павлодар учиться в педагогическом институте, но, став учителем химии, поняла, что свои лидерские и организаторские качества не хочет посвящать педагогике, и нашла себя в другом деле. Долгое время Айнур была концертным и гастрольным директором Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова. Сейчас девушка возглавляет методический отдел Дворца культуры имени Истая. Моя работа заключается в составлении и контроле выполнения планов и методической работы нашего подразделения. Наш отдел курирует мероприятия. Мероприятия программы «Рухани Жангару» во Дворце культуры имени Истая. Семинары, мастер-классы. Айнур родилась в независимом Казахстане. Девушка всю жизнь видела перед собой истинный пример свободы и достоинства. Что для меня независимость? Это когда граждане не ограничены в своих правах. Задача современников – прославлять Казахстан и достоинство нашего народа, поднимать нашу страну на самый высокий пьедестал. Айнур так же, как и Казахстану, 30. И она точно знает, что 30 лет – это только начало. 30-летие независимости – это особенный праздник для меня и для всех ее ровесников. Для меня большая честь быть ровесником независимости. Я ровесница независимости, я ответственна и гордо несу это звание. Айнур Нурдинбаева – лидеры в жизни и на работе. С такими кадрами Казахстан будет процветать. Раиса Моргунова, Аман Баимбет, ЕРТС Акпарат.